Если бы вы когда-либо спросили меня: «Хоблас, а ты считаешь себя честным человеком?» Как вы думаете, что бы я вам ответил? Да, конечно, дружище. Но если как следует поразмыслить над своей жизнью, то начинаешь понимать, что мы не такие уже честные, какими видим себя. Когда я еще учился в школе, со мной произошел один случай, который до сих пор не дает мне покоя. Как-то один парень пришел в школу с новейшим мобильником. И это был не просто какой-то там телефон. Как я помню, это был Nokia Slider, который даже тогда стоил $1000. Это была наикрутейшая модель телефона на то время. И вот этот парень пришел в школу со своим мобильником в приподнятом настроении. Он думает про себя, что наконец-то у него появилась возможность войти в доверие к пацанам, которые теперь готовы будут принять его в свой круг, и что теперь с этим мобильником он сможет легко завоевать наше уважение к нему. Нас было, наверное, человек 20 или 30, и мы все тусовались на лестнице. Этот парень подходит к ребятам и говорит: «Смотрите, как вам мой новый мобильник?» Мы все в шоке. Мы такого еще никогда не видели. Все вскакивают, и я наблюдаю, как этот телефон пошел по рукам, пока не подошла очередь одного парня. И тут я увидел, как он взял телефон и сунул его себе в карман. Никто даже не обратил внимания, но я все видел. И теперь этот парень спрашивает: «Где мой мобильник? У кого мой мобильник?» И что вы думаете, он услышал от ребят? «О чем ты вообще, бро? Уалла, никто ничего не видел». И я вижу по его глазам, как он постепенно начинает осознавать, что его только что кинули. Я прекрасно видел боль отчаяния в его глазах, но я не знаю, почему и что на него подействовало. Но как только он плюнул на все и был уже готов уйти, он вдруг посмотрел на меня и спросил: «Хоблас, ты видел, кто взял мой телефон?» И теперь, если я отвечу «да», то что обо мне подумают? Сколько раз достаточно, чтобы тебя назвали стукачом? Одного раз достаточно, и тебе придется жить с этим всю свою жизнь, тем более, что я в авторитете среди ребят. Я всегда ладил со всеми. Тогда я пристально посмотрел ему в глаза и сказал ему: «Братка, я ничего не видел». И тот самый взгляд, который я увидел сразу после того, как сказал ему: «Братка, я ничего не видел», до сих пор не дает мне покоя. Потому что в тот день Аллах показал мне, какой же на самом деле я трус. В тот день я не сказал правду по разным причинам. Я не хотел стать стукачом. Я не хотел потерять друзей. Но с того самого момента меня постоянно терзает внутри. Истинно верующий всегда говорит правду, будь она даже против самого себя. И он верен себе при любых обстоятельствах. Если вы не можете быть верными себе, забудьте про школу. Вы будете мучиться всю жизнь. Будьте верны себе. Будьте верны себе.